А как по-другому? Водичка нужна. В интернете узнала про эту акцию «Летучий Дмитрий», что можно принять участие и посадить дерево. Вот, пришли сюда, получилась такая возможность. Видели, что здесь много людей. Считаю, что наш город – это все мы, его жители. И величие и красота города зависит от вклада каждого из нас.